Мы собрались здесь, чтобы поклониться Садашиве, который отражается в нас, как Шива, как Дух. Он отражается в нашем сердце. И, как вы видели, that the goal of our life целью нашей жизни was to achieve являлось достижение the state of spirit состояния духа. The other day I was reading на днях some books я читала некоторые книги how it was done. В которых описывалось, как это происходило. Как получали самореализацию, чтобы узнать свой дух. И как люди подвергались мучениям. Прежде всего, им нужно было так или иначе отказываться, пренебрегать и порицать их тело. Теперь, если тело требовало комфорта, говорилось, что прежде нужно попытаться спать на ковре, а не в постели. Но этого все еще недостаточно. С ковра вы должны были перейти на циновку. Но недостаточно и этого. После циновки вы должны были перейти на Мать-Землю, спать на Матери-Земле. И все же, если тело не в порядке, тогда вы должны были начать спать на камнях. Но Гималаи все еще далеко, потому что Шива пребывает в Канаше. Так что вы идете в Гималаи и спите на льду. Это было минимальное требование. Затем говорилось, you are fond of good food. Если вам нравится хорошая пища, you want to have sumptuous food, вы хотите иметь роскошную пищу, right. Много едите, хорошо. So you deny тогда everything that you like вы отказываетесь от всего, что вам нравится, для начала. For example, Italians от всего, что вам pasta. Нравится. Например, итальянцы не могут есть макароны. Then, deny that. Тогда откажитесь от этого. But that's not sufficient. Но этого недостаточно. After that, после этого вы начинаете есть вещи, which are very bitter. Которые очень горьки. As in the Zen system, как в дзен-системе. Они дают вам есть что-то, like как рис с хинином, совершенно горькое. Или совершенно сладкое, so put your tongue чтобы испытать ваш язык. But still the stomach но есть is there. Еще и желудок. So,
Так что, если вы слишком много едите, вы должны один день голодать, но этого недостаточно. Затем вы голодаете в течение 7 дней, затем в течение 40 дней. Я хочу сказать, месяц длится 30 дней, вам же нужно голодать 40 дней, это означает, что вы уже кончены. Вот так. Если вам нужно проявлять аскетизм для достижения нирваны, то вы на самом деле достигаете нирваны, потому что вы кончены и мертвы, понимаете? От вас ничего не осталось, ничего, кроме костей, и эти кости затем пребывают в нирване. В конце приходит смерть, так что вы кончены, и вот вам нирвана, безо всякого сомнения. Далее, если вы не живете в доме, потому что дом – это удобство. Откажитесь от вашей жены, откажитесь от ваших детей, откажитесь от всех. Носите лишь что-то вроде материи, обернув ее вокруг вашего тела. И просите подаяние у людей. Но и с этой одеждой есть проблема, если вы привязаны к своей одежде. Так что вы идете в Гималай, где вас никто не видит, снимаете свою одежду и стоите в этом холоде, дрожа всем телом. Тогда вы получаете свою нирвану. В самом деле вы получаете нирвану. Все эти условия ставились с тем, чтобы уничтожить эти потребности вашего тела для начала. Вы говорите своему телу: нет, ничего не выйдет. Ты лучше это выработай свою нирвану. Вторым было разрушение вашего сознания, которое приводило вас к чувствам, мыслям, радость. Предположим, вы очень хотели получить что-то. Тогда вы должны отрицать это, отрицать это. Все, что ваш разум говорит вам, отвечайте ему: нет, нет, нет. На санскрите шлока такова, что означает: не это, не это, не это, нет. А затем вы можете обсуждать, только лишь обсуждать нирвану. А до этого вы не достойны даже обсуждать нирвану. Когда я прочла эту книгу, я сказала: вот почему я отказалась от этого. Это слишком. Но в сахаджа-йоге все наоборот. Как постройка в начале остроконечной башенки здания, а затем фундамент. Открытие вашей сахасрары. Этого нужно было достичь прежде всего. А затем, в свете сахасрары, вы должны наблюдать за собой и сами смотреть. Постепенно интроспекция становилась лучшей вещью, чтобы смотреть через вибрации. Почему? Почему я хочу этого? Почему мое внимание уходит на мои удобства? Почему мое внимание направляется на пищу, на мою семью, на моих детей, когда мне нужно достичь наивысшего? Так что вы начинаете интроспектировать себя. И тогда вы узнаете, также и по своим вибрациям, что с вами что-то не в порядке. Тогда вы не стараетесь следить за другими, что у них не так. Вы начинаете следить за собой, потому что это ваше собственное восхождение, которое вам необходимо достичь. Но в прежнее время все это делалось индивидуально, как человек, который
вставал на путь нирваны, должен был уходить в кат, что означает уединенное место. Должен был уходить от людей, избегать их, не иметь никаких дел с ними и достигать этого восхождения, самореализации, только лишь для самого себя. Это было не для других. Тогда этот человек становился совершенно недоступным. Он ни с кем не говорил, ни с кем не встречался. И он сидел где-то на вершине отдаленной горы. В любого, кто попытался бы повидать его, он бросал камни или говорил ему всевозможные ужасные вещи и никогда не встречался с этим человеком. Но сахаджа-йога не такова. Сахаджа-йога — это восхождение всех. Такого рода единичные достижения не приводили людей куда-либо. Конечно, святые пытались говорить с людьми, рассказывать им о самореализации, о Боге, о праведности, о системе ценностей, но к ним также относились как к чему-то странному, их мучили и беспокоили. Так что на уровне индивидуального восхождения они не могли что-либо сделать для других, разве что говорить с ними, рассказывать об этом до тех пор, пока не пришла сахаджа-йога. Даже говорить об этом было запрещено. До 20-го столетия в Индии никто не говорил об этом открыто. Это все было на санскрите, в очень сложных книгах на санскрите, которые были доступны лишь немногим изучающим, были объяснены единицам, составляющим ничтожное количество людей. Но в получении реализации отказывалось. Учитель имел одного лишь ученика. И все восхождение было индивидуальным. Работа была индивидуальной. Такой ученик уводился от других, и его держали в секрете, работая над ним. И он просто мог говорить, он мог писать поэмы, он мог говорить об этом, он мог рассказывать о том, какова эта радость, но он не имел права никому давать реализацию, да он и не знал, как давать реализацию. Так что посмотрите, как далеко вы продвинулись. Вы получили свою реализацию без того, чтобы отказываться от многого. Вы можете работать на гораздо более широком уровне. Вы можете давать реализацию другим. Вы обладаете всем тонким знанием о сахаджа-йоге. Но сегодня я хочу рассказать вам что-то большее, о чем нам говорили. Это очень важно знать, потому что, как это описывалось людьми, они практикуют сахаджа-йогу подобно тому, как они ходят в церковь, но это не идет от их сердца. А сердце — это место пребывания Духа. Это Шива в нас. Так что нам нужно больше знать о сердце. И это очень важно. Вы знаете об этих трех нади, которые есть у нас. Ида, Пингала, Сушумна. Но в сердце есть четыре канала. И один из этих каналов идет в Муладхару. Если вы переходите границы Муладхары, он идет в ад. Вот почему говорят, что Шива — разрушитель.
Фактически вы сами просите своего разрушения. And when you ask а когда вы просите своего разрушения, you have it. Вы получаете его. Even if it даже destroys it, если as I was разрушается today. Что-то, как я уже рассказывала like вам, в случае, a fruit has to come, если должен появиться плод, то тогда look as if they are destroyed. Кажется, as I have что лепестки разрушают, say, things, как разрушалось многое, что like было в вас, такое, как ваша условность, ваше эго, ваш расизм, ваш фанатизм. Все это было разрушено сахаджа-йогой. Это необходимо было разрушить. For the beauty to come out. Чтобы то, что есть прекрасно у вас, могло выйти наружу. So when поэтому your mariadas когда cross beyond ваши мариады certain point, переходят определенную границу, you go to your вы идете к своему разрушению. In four directions, это разрушение встроено в четырех направлениях, as there are four поскольку имеются четыре канала. So now what is to be done? Так что же делать? How are we to stop как нам this destruction остановить of the, through the first это разрушение через первый канал, ведущий в ад? One of the qualities одним of из качеств Шивы является его невинность. Он исключительно невинен. Он невинен как ребенок. Он воплощенная невинность. So, так что we have to нам нужно put our carnal desires, наши плотские желания dissolve them, растворить их dissolve them растворить их into the в этой невинности, the ocean of innocence. В этом океане невинности. You have to dissolve вы должны растворить it in the ocean of innocence. В этом океане невинности. Innocence невинность is something это то, to be appreciated, что to нужно be understood, оценить, нужно понять, to be enjoyed. Ей нужно наслаждаться. Like you see animals, как, посмотрите на, не, на животных. Они невинны. You see children, посмотрите innocent. На детей. Они невинны. Flowers, they're цветы, innocent. Они невинны. Divert направляйте ваше внимание to all these things. На все это. Понимаете, когда вы идете по улице, what is there to see? На что нужно смотреть? Best. Лучше всего all at 3 feet на уровне 3 футов, то есть около 1 метра. See, at 3 feet height, на the этом flowers, уровне вы видите все цветы, grass, всю прекрасную траву, all the children, всех детей who are about 3 feet at the best. На уровне 3 футов. Это будет лучше need всего. Not see people who are вам above не нужно that. Видеть людей выше этого. Just see on просто three feet. Смотрите yeah. На уровне 3 футов. You can see вы можете the legs увидеть of somebody. Чьи-то that's ноги, all right. Ничего страшного. But you don't see the eyes но вы не увидите глаз человека, who are not innocent. Который не невинен. So dissolve так что this desire растворяйте эти желания into innocence. В невинности. And this Muladhara, эта Муладхара, innocent, которая невинна, is not dead, она finished, не мертва, but не кончена, но она невинна. It is righteous. Она праведна. It is Sri Ganesha's она qualities. Качество Шри Ганеши. It's pure. Она чиста. So even if you are поэтому, in this world, даже если вы находитесь в этом like мире, даже если вы живете как человек, даже если у вас есть дети, все же вы невинны. Как однажды жены Шри Кришны, а у него было, прежде всего, 16 тысяч жен, и еще 5. 16 тысяч были его силы, а 5 были элементами. They were wanting to go to захотели pray to пойти some и помолиться big, одному большому
широко известному святому Махариши, который прибыл туда. И они хотели сходить, повидать его и оказать ему свое уважение, так что они спросили разрешения у Шри Кришны. Но когда они пришли, они увидели, что река вышла из берегов, была так переполнена, что они не могли ее перейти. Они вернулись и спросили, как нам перейти эту реку? Она переполнена. На это Шри Кришна ответил, хорошо, идите и скажите, если Шри Кришна Йогешвара, и если он абсолютно невинен в отношении секса, вы перейдете. Они сказали, как это может быть, у него так много жен, о чем это он говорит? Так они спустились к реке и сказали ей это, и река отступила. Они были удивлены, что их муж говорил все эти вещи. Они перешли реку и поклонились этому риши, а когда они вернулись к реке, она вновь была переполнена. Так что они вернулись к Риши и спросили его, как нам перейти реку? Она переполнена. Он спросил, как вы пришли сюда? Они рассказали ему эту историю со Шри Кришной. А они угощали этого Риши всевозможной пищей и фруктами, и он так много ел. Он сказал им, хорошо, идите и скажите реке, что этот Риши вовсе ничего не ел. Они сказали, как это может быть? Только что вы ели перед нами, все это видели. Они вернулись к реке и сказали это реке. И река вновь отступила. Так что, живя в этом мире, будучи женой или мужем, состоя в браке, будучи кем угодно, вы можете оставаться невинными. Абсолютно невинными в отношении этого. Это признак вашей чистоты. Второй нади, второй канал, который может привести вас к разрушению, это желание. Вот почему Будда сказал, что отсутствие желаний – это единственный путь, на котором люди не стареют, не болеют, не беспокоиться. Теперь это желание, которое есть у нас. Я хочу это. На Западе его гораздо больше, чем где бы то ни было. Потому что каждый день дельцы производят новые вещи. Скажем, к примеру, прически. Так что женщины хотят купить этот парик или тот парик, это мое желание, у меня должен быть этот парик на голове, затем другой, хорошо, у меня должен быть и он. А желание мужчин таково, о, если у него есть Rolls-Royce, почему же у меня его не должно быть? Они не могут наслаждаться чьим-либо Rolls-Royce. Это должен быть их собственным. У них должна быть собственность. Желания могут быть любого вида, не только материальные. Желания могут быть также и на ментальном уровне. Я должен обладать этой женщиной. Я должен быть этот ребенок. Всевозможные виды собственности, которые работают внутри вас как желание. Нельзя сказать, что они существуют из-за привязанности. Это не привязанность. Это просто стремление больше иметь. Собирать и собирать вещи, доставать вещи. Но все равно этот человек не чувствует себя счастливым и удовлетворенным. В чем же причина?
for this kind of desire is that it's not pure desire. Этого рода желание не есть чистое желание. Это не чистое желание. It's an impure desire. Это нечистое желание. И когда такие желания начинают работать, вы можете зайти сколь угодно далеко. Как Саддам Хусейн, как Гитлер, как кто угодно. Но это не что иное, как желание без всяких границ. Вы хотите доминировать над другими. Это еще одно желание. All these desires все эти желания lead you ведут вас, в конце концов, к разрушению. Because there's потому no joy. Что нет радости. There's no happiness. Нет счастья. For example, например, now I want to сейчас have a sari. Я хочу иметь сари. So I want to так buy что я хочу купить это сари. Все мое внимание будет на том, как я получу это сари, я должна достать это сари, это то. Ваше внимание становится загрязненным, нарушенным. Из-за несущественной вещи, такой как сари, внимание, которое должно наслаждаться, которое должно наслаждаться вашим духом, которое должно питать ваш дух, становится нарушенным из-за желания. Во-первых, внимание нарушается из-за того, что мы не являемся невинными. Во-вторых, внимание становится беспорядочным из-за того, что у нас есть желание. Так что же нам делать? As far as the desire в отношении is желаний. Desire for beautiful things. Чего-то прекрасного. We can shift мы можем our desire, перенести наши желания, наши материальные желания на что-то эстетичное. Really пусть у меня будет одна вещь, но она будет эстетически богата, потому что это Shiva, качество Шивы, что он всему придает эстетичность. Предположим, эта вещь кажется очень простой, незатейливой, я бы сказала, механистичной. Но если бы это была работа Шивы, он сделал бы в отношении ее что-то прекрасное. Поэтому качеством Шивы является то, что он делает прекрасным все, что было создано Брахмадевой и прошло эволюцию благодаря Вишну. Он тот, кто делает эту тонкую работу, созидая эстетику. Вы видели много раз мои фотографии, на которых так много света в том или ином виде. Это все его работа. Он делает это. Он направляет свет таким образом. Он делает это так. Just he wants to convince Он просто you хочет about. Убедить вас в отношении меня. It's his job. Это его работа. So his job поэтому is to create его работа – созидание эстетики. Aesthetics of behavior. Эстетики поведения. Aesthetics of, poetry. Эстетики поэзии. Everything все, that is created, что создано, is made beautiful, становится прекрасным. Is joy-giving. Дающим радость благодаря Шиве. Это его качество. So whatever так что, desire, каково бы ни было ваше желание, если вы начинаете осуществлять его, желая чего-то эстетичного, ручной работы, чего-то хорошего, постепенно вы обнаружите, что мы приходим к вибрациям, потому что все прекрасное имеет вибрации. А чтобы иметь вибрации, вы должны прийти к чистому желанию. Так, это желание, которое является сумасшествием, которое делает вас безумным, которое столь тупо и скучно,
становится чистым желанием, потому что вам нужно растворить все ваши желания в вибрации. Вы начинаете желать только вибрации через какое-то время. Вы не будете покупать ничего, что не имело бы вибрации. Вы не будете разговаривать с человеком, у которого нет вибрации. Если у кого-то есть вибрации, вы просто убегаете. Я видела, как люди убегают от некоторых, так, как будто за ними какая-то обезьяна гонится. И тогда я осматриваюсь и вижу рядом людей, которые являются пьяницами, которые идут в вашу сторону. Они сами когда-то могли быть пьяницами, но сейчас они не таковы. Нет, сейчас я не такой, нет больше. У нас было вначале 3-4 хиппи, которые ездили со мной в Индию. Они нормальные люди, как вы, они стали сахаджа-йогами. И 4-5 хиппи пришли на мою программу. Это было в Драгудиеде. Они боялись за свои жизни. О, Боже! Я хотела посмотреть, что с ними, почему они так испуганы. Так что я повернулась, чтобы посмотреть на этих хиппи, но когда я повернулась, они уже исчезли. Их уже не было там. Тогда что же происходит? Все желания заканчиваются в чайтане, в вибрации. А если этого не происходит, тогда вы должны знать, что вам все еще чего-то не хватает. Но если вы не делаете это, тогда вы закончите вашим разрушением. Поэтому говорить, что он разрушитель, это будет очень односторонним заявлением. У него есть обе эти силы, у него есть сила давать вам вибрации. Он дает вам вибрации. Богиня — это сила, шакти. Но он создает вибрации. Это как эти пальцы. Если они щекочут вас, то это Шива. Эти пальцы — богини, это так. Но если это щекочет вас, дает вам радость, счастье, тогда это Шива, это Бхакти. Радость Бхакти идет от Шивы. Не далее, чем сегодня, я объяснял, как одна женщина, которая была Деви Бхакти, и которая так много изучала Бхакти и знала так много, просто наскочила на меня. Я не могла понять, как она это сделала. Потому что обычно люди не делают так. Когда они читают о Деви, они думают, хорошо, это Деви, а это Матаджи. Они разделяют их. Они не знают, что они читают о Деви. Так что она сказала, мать, я просто отождествляю то, написанное о том, как вы нежны, как богиня нежна, как она прикасается ко мне, как она заботится обо мне, как ее внимание направлено на меня. Как есть предложение. Катакши, катакши, нирикшана. Каждый взгляд — это инспекция, осмотр. Не осмотр — это не очень хорошее слово, но нирикшан означает осмотр, божественный осмотр. Поэтому все время я чувствую, что это вы, все время. Когда я слушаю музыку, я чувствую, что сейчас она смотрит на меня. Она чувствует меня. Она питает меня. Все время я чувствую вашу любовь. Вот как приходит Бхакти. Так что, если у вас есть вибрации, это не означает, что они что-то сухое, понимаете? Нет. Это означает радость Бхакти. Бхакти, это, вы называете это обожанием, поклонением и так далее, но это океан любви, что есть Бог. Вы просто погружаетесь в Него, нет слов, чтобы описать это. И когда вы чувствуете это, вы должны знать, что вы приняли
the spirit. Ваш дух. As a real connection. Настоящую связь. Between you между вами and your mother, и вашей матери or your father. Или вашим отцом. There's no differentiation. Нет необходимости различать. You are one. Кто вы? Вы in that ocean, едины с этим океаном, погрузившись you в этот океан. Drop, вы капля, и вы океан. You are one in that вы едины в этой пхакти. And that и эта пхакти не может быть механистической, поскольку она создана не человеком. So to enjoy, поэтому, чтобы саха-йога, наслаждаться сахаджа-йогой, you must know вы должны that it's not знать, dry vibrations что это не only, только сухие вибрации, but it's the bhakti, но это пхакти. That is the joy. Это радость. Of Shiva's quality, quality of joy, это качество that Шивы, he adds, что он действует to our life. Ради нашей жизни. Everything seems кажется, to be что все окружено и все отражает thing, одну и ту же вещь, that эту I'm радость, so much by что God, я так любим Богом, that God, God loves что me, Бог любит меня, that I have a meaning что in моя life. Жизнь имеет смысл. Then, тогда the ego drops это эго off, отпадает прежде всего. And also, а также the conditioning отпадают stronger. И условности. Now the third теперь nadi, третий нади третий нади is the nadi by which это нади, we feel attached. Которым мы испытываем привязанность. Attached to someone. Привязанность к кому-то. Like, this как is my child. Это мой ребенок. This is my это husband. Мой муж. This is my это family. Моя семья. This is my это wife. Моя жена. This is my это father. Мой отец. This is my это mother. Моя мать. In the beginning of в начале сахаджа-йоги of everyone, каждый when they are чтобы просто новичком. So, they talk about они говорили о всей их семье. Мой отец такой-то, моя мать больна, моя мать, сестры, братья, эти, те. Real, на самом деле это нехорошо. Как будто, знаете ли, у нас всех есть контракт. What should I do? Что мне делать? Like today, somebody как сегодня said, мне кто-то рассказывал, что они потеряли своего первого ребенка. Потеряли первого ребенка. Потому что он спал в другой комнате. Said, а я сказала, что маленькие дети должны спать с матерью, а мать должна заботиться о своих детях. Это такая простая вещь. Я имею в виду, в Индии ни одна мать не согласится на это. Она выгонит мужа. А иначе какой же смысл? Она ведь должна смотреть за ребенком. Так что я сказала, что вы им передали, что они должны спать с ребенком. Но они не верят в это. Хорошо. Что же нам have делать? Мы что, подписали с ними контракт, что мы должны заботиться об их детях, даже когда они не хотят слушать нас? So так что в начале идея все время такова. О, мать, я занимаюсь сахаджа-йогой один месяц, but но пока so far, мои финансовые условия не улучшились. Как будто бы они собираются подать на меня в суд из-за этого, как будто я подвела их. Но они не хотят понять, что вы только что пришли в сахаджа-йогу. И даже если вы уже в сахаджа-йоге так много лет, вы еще не стали сахаджа-йогом. Чего-то не хватает, вы не заслужили, что-то не так с вами, а не с сахаджа-йогой. Но они чувствуют, что сахаджа-йога есть что-то, что позволяет заключить контракт. Немедленно они ставят вас в известность. Кто-то болен, есть кто-то, 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 кто-то. Пришлите пять сахаджа-йогов. Ради чего?
Эти привязанности начинают работать в нас. Некоторые люди, я видел, очень привязаны к своим детям. И они только и делают, что балуют их. Мой ребенок, мой ребенок. И внезапно они обнаруживают, что их ребенок — это дитя дьявола. Ребенок начинает дерзить в ответ, говорить всевозможные вещи, бить своих родителей, дурно вести себя. А затем они обнаруживают, что это ребенок, о котором они заботились, которому отдавали так много любви, и они чувствуют себя еще хуже из-за того, что я столько сделал для моей жены, а она так ко мне относится. Я сделала так много для своего мужа, а он так ко мне относится. Но почему вы так много делаете? Нет нужды. Если вы делаете это, тогда просто делайте и забудьте об этом. Я никогда не испытываю таких чувств. Я знаю сахаджа-йогов, ради которых я очень напряженно трудился. Они так не скопали. Если я и чувствую что-то, то единственное, Бог узнает, куда они прыгнут. Они могут попасть в ад. Что с ними случится? Это единственное, что меня заботит. Меня не заботит, что произойдет. Потому что со мной ничего не может произойти. Но если они погрязли в грехе, то я просто беспокоюсь об их будущем, об их жизни. И это совсем другое. Так что этого вида привязанность, которую мы на санскрите называем мамату, это мое, мой ребенок, этот мой, тот мой. Кто ваши родственники? Это сахаджа-йоги. Помните это. Это предложение вы должны запомнить наизусть. Мои родственники только лишь сахаджа-йоги. И любой, кто ведет игру против сахаджа-йогов, беспокоит сахаджа-йогов, этот человек может быть моей собственной женой, моим собственным ребенком, он не мой. Но я не позволю этому произойти. Эти отношения в порядке до тех пор, пока сахаджа-йоги едины друг с другом. Как только кто-то будет пытаться нанести вред любому сахаджа-йогу, тогда я не с ним. Я видела многих подобных этому. Они очень хорошие сахаджа-йоги. Они никогда не становятся на сторону своих жен, своих детей, потому что они знают, если вы станете на их сторону, вы сделаете их греховными, вы разрушите их. Они беспокоятся о своем восхождении, так что они никогда не позволяют никакому своему родственнику беспокоить других. Я видела некоторых детей, которые крайне непослушны, доставляют большие хлопоты, очень склонны к насилию. А родители просят: «Мать, приведите их в норму, мы оставляем их вам». Их нужно привести в норму, но другие могут сказать: «О, нет, понимаете, мой ребенок, он не может делать такое, знаете ли». Поэтому нужно понять, как здесь нужно различать то, почему я привязан. Я много раз приводил этот пример, как сок в деревьях поднимается, поступает в различные части этого дерева, в различные области, следит за короной, следит за ветвями, следит за листьями, цветами, плодами, и возвращается назад, и не испаряется, он не привязывается. Если он вовлечется во что-то одно, тогда все дерево погибнет, и эта часть, которая так близка к этому соку, также погибнет. Но у этого сока гораздо больше смысла, чем у нас. Для них мужья так важны. Я хочу сказать, так много проблем из-за мужей, жен, тех, этих. Мой Бог. Я иногда думаю, что это? Вот почему они говорили раньше: «Прими саньяси». Так, чтобы никто не мог говорить о жене, детях и тому подобном. Вы должны быть саньяси прежде всего. Станьте саньяси, так, чтобы у гуру не было этой головной боли. Как только кто-то начинал говорить о своих родственниках, гуру говорил: «Все, уходи, ничего не получится». Ничего из этого не выйдет. Но в сахаджа-йоге, сахаджа-йога должна проделать гораздо более
глубокую работу. Она должна проникнуть в общество, в политическую жизнь, в экономическую жизнь. Мы должны освободить весь мир. Постарайтесь понять вашу ответственность. Вы здесь не только лишь ради одного аскетического восхождения. Нет. Какой большой мудростью вы должны обладать, какой большой любовью вы должны обладать, сколь большим умением разбираться вы должны обладать, чтобы понять, что вы избраны для того, чтобы освободить весь мир. Так что это так называемая ограниченная любовь, которая ведет вас к вашему разрушению. Какое здесь решение? Это безграничная любовь. Потому что Шива есть не что иное, как любовь. Он любовь. Любовь, которая исправляет, которая питает, которая хочет вашего блага. Вот что такое Шива. Она хочет вашего блага. Она заботится о вашем благополучии. Так что когда вы заботитесь о благе других с любовью, тогда вся жизнь меняется. Весь стиль жизни меняется. And you really enjoy it, и вы на самом деле наслаждаетесь этим, потому что вы становитесь едиными со столь многими, заботитесь о столь многих семьях, о столь многих вещах, о столь многих проблемах других. Это просто дает вам чувство единства со столь многими. Я вижу так много сахаджа-йогов сегодня здесь. А первый раз, когда я приехала в Италию, я должна сказать вам, я приехала с Кристиной. Нет, как ее называли? Катрин. И она была единственной, кто знала итальянский. И мы попросили некоторые газеты зарезервировать для нас зал и место для объявлений, но ничего не было сделано. Так что мы не, когда мы приехали, мы никого не могли найти. Я ходила с ней расклеивать афиши, но все равно никто не пришел. А сегодня нас так много. Но мы должны знать, что мы связаны друг с другом любовью. И это любовь для нашего блага, для нашего восхождения. И тогда вы начинаете наслаждаться каждым. Тогда вы не думаете, какой он расы, из какой он страны, кто он такой. Он сахаджа-йог, и кончено. Так что вы становитесь гражданином Вселенной. И этого отношения необходимо достичь. Когда я слышу, что каких-то индийских девушек мучают и беспокоят, я думаю, как они могут делать такое? Или мучают кого-то чернокожего человека. Или к какому-то индийцу плохое отношение, потому что он из низшей касты. Это невозможно, потому что мы все неотъемлемая часть одного тела. Мы все братья и сестры, рожденные от одной матери. Но это возможно лишь тогда, когда вы растворяете эти ваши ограниченные отношения в этом великом безграничном океане любви. Только лишь тогда это возможно. А если этого нет, то не пытайтесь оправдываться, просто наблюдайте за собой. Посмотрите сами, на самом ли деле вы любите каждого. Я бы сказала, каждый раз, когда я иду куда-то за покупками, я просто размышляю, о, это подойдет этому, а это подойдет тому. Для самой же себя, если вы видели, это невозможно для самой себя мне купить что-либо. Это невозможная ситуация. Если только лишь это необходимо абсолютно срочно, если есть какая-то проблема, если я не могу обойти без этого, я не куплю себе даже напитка, когда испытываю жажду, потому что все заключено в радости других. О, это будет хорошо для этого человека, а то для того. All this.
это все дает самое большое наслаждение. Я хочу сказать, ради чего вы все здесь? В конце концов, подумайте о себе. Почему я здесь? Я здесь для того, чтобы наслаждаться каждым. Они все реализованные души. Какие прекрасные лотосы. Я не собираюсь упасть в грязь. Сейчас я один из этих лотосов, вот как вы открываете свое сердце, лотос вашего сердца, и благоухание такого человека так прекрасно, так прекрасно. Так что вы больше не склонны к отделению. Вы не хотите отделяться друг от друга. Всюду должно быть согласие в этом вопросе. Вы не должны думать, что это нужно делать здесь или там, но это должно быть всюду. Все мы должны быть вместе. Так что наши эти мелкие привязанности должны раствориться в этом океане любви, которым является Шива. Четвертое, что наиболее важно знать нам всем, это то, что есть нади, который проходит через нашу левую вишудху, сердце. Начинается сердце и поднимается вверх, проходя через агью, и у него четыре лепестка, которые открываются. Он тот, кто дает вам состояние, которое называется турия. Мы живем в трех состояниях. Пробужденном состоянии наше внимание рассеивается на то, на это, мы портим наше внимание. А второе состояние является тем, которое мы называем сном. Когда мы спим также, все то, что произошло с нами, приходит к нам из нашего прошлого и тому подобных вещей. Но когда мы уходим в более глубокий сон, который называется сушупти, это состояние, где у нас глубокий сон, и вам снится что-то, что также является реальностью. Вы можете видеть во сне меня, это как эфирная часть нашего подсознания, куда проходит некоторая прекрасная информация. Предположим, я еду, скажем, в Италию. Тогда итальянцы могут узнать из своих сушупти, что я приехала. Или, возможно, кто-то может узнать. Это зависит. Но первое состояние называется турия. Но есть еще два состояния. Вы находитесь в состоянии турия. Это четвертое состояние. Турия означает четвертое. Четвертое состояние присутствует из-за того, что вы находитесь в состоянии безмысленного осознания, где нет мысли. Просто подумайте об этом. Когда нет мысли, вы должны быть невинными. Когда у вас нет мысли, у вас должны быть вибрации. Когда нет мысли, вы не можете быть ни к кому привязаны. Так что в это безмысленное состояние вы пришли сейчас. Это турия состояние. И когда вы в этом состоянии, эти четыре лепестка, которые находятся в вас, должны раскрыться в вашем мозгу. Они идут от вашего сердца к вашему мозгу. И тогда вы совершенным образом понимаете, что такое Бог. Вы совершенным образом
знаете, что такое Бог. That is the time в это время, when one receives the real knowledge. Вы получаете истинное знание. But unless and until до тех пор, пока эти четыре лепестка не откроются, вы можете снова упасть. Вот почему те или другие сахаджи-йоги, кто все еще делает то, чего они не должны делать, уходят вниз. И они не понимают, что такое Бог. But it's not но важно the understanding. Не это понимание, это немногое вы that понимаете, но это идет от вашего brain. Сердца в ваш мозг, not from а brain не из мозга в сердце. It comes это идет as if the так, как будто амроза вашей бхакти совершенно absolutely. Покрывает ваш мозг. Say, for example, скажем, к примеру, Шанкарачарья написал прекрасную кристи, которая называется Вивека Чурамани, где он написал, что такое Бог, и это, и то, а Вивека означает сознание и сознательное, и все это он написал весьма обширно. Но был один ужасный человек по имени Сарма, который начал спорить с ним, когда он, Шанкарачарья, стал сыт этим по горло. Он сказал, нет, никакого смысла говорить с ним. И тогда он просто написал Саундари Лари. Саундари Лари это не что иное, как все мантры, восхваляющие мать. Он сказал, я знаю мать, позвольте мне воздать ей хвалу. Что за польза говорится всеми этими людьми? Это глупцы, как они могут понять? Он понял, что у этих людей нет этой способности, нет этой чувствительности, чтобы понять то, что он знал, что это истинное знание, знать, что такое Бог. И если это Бог, тогда как вы можете подозревать кого-то, как вы можете пытаться все анализировать? Это Бог. Это всемогущий Бог, который знает все, который творит все, который наслаждается всем. Это то, что называется гьяна. Это знание, это истинное знание, это чистое знание. Это не знание о чакрах, не знание о вибрациях, не знание о кундалини, но знание о Боге Всемогущем. А знание о Боге Всемогущем не ментальное. Снова скажу я вам, оно берет начало в вашем сердце и идет в ваш мозг. Это что-то, что исходит из вашего опыта познания радости и покрывает ваш мозг. Так что ваш мозг не может более отрицать, как иногда, когда у вас есть мать, ваша меньшая мать, вы знаете любовь к вашей матери. Вы не можете объяснить это идет от вашего сердца. И вы говорите, о, это моя мать, она не сделает так. Я очень хорошо знаю свою мать. Знание вашей матери, той, которая дала вам рождение, может быть, мать может быть и не очень хорошая, что бы там ни было, но знание о Боге, что Он — любовь, что Он — истина, что Он знает все, становится просто вашей неотъемлемой частью, совершенным образом, и это то время, о котором мы говорим, что это нирвана. Поэтому так важно, особенно для людей Запада, теперь открыть ваши сердца, потому что это начинается в сердце, а не в мозге. Не судите людей по вибрациям, судите себя все время. Я уже говорила, что пуджа Шивы означает больше объяснений, больше понимания, больше этого. Потому что на других пуджах мы читаем все мантры, и то, и другое. Но на этой пудже нужно получить знание, что это Бог. И знать, что вы знаете Бога, само по себе является таким великим.
Whatever it is. Кем бы она ни была. She may be Mahamaya, она может быть Махамай, она может быть чем угодно. It cannot be described in one book. Это нельзя описать в одной книге. Этого нельзя описать и в сотне книг. It cannot be described in words. Этого не описать словами. Но знать, что Бог, в конце концов, это Бог. God Almighty. Бог всемогущий. And that's и это gives you that дает вам это прекрасное смирение. Когда вы просто чувствуете себя в совершенной безопасности в этом океане любви. Я желаю вам всем достичь этого состояния. Да благословит вас Бог. Эта пуджа довольно короткая, она не столь велика. И вначале мы проведем пуджу Ганеша. Ему следует поклониться в любом случае. Затем немного Деви, а затем только мы прочтем 108 имен Шивы.